Эй, дружище, если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 3 секунды, то ты будешь учиться только на пятерке. Хейо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Slavik Must, и у нас сегодня будет эволюция бога Скорпиона. Сейчас у вас на экране первая стадия нашего Скорпиона. Посмотрите, такой, да, ребята, обычный Скорпион. Он еще пока что не особо даже мутировал, чуть побольше, в принципе, чем машинка размерами, как какой-нибудь, знаете, автобус или грузовик. И мы, друзья, сегодня посмотрим, как меняется наш Скорпион в течение его жизни и как он, ребята, превращается в огромного бога Скорпиона. Прямо сейчас же, конечно же, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, жмите на колокольчик, и наша, друзья, эволюция начинается. Так, смотрите, вот наши первые жертвы. Вот такой какой-то, смотрите, БТР сразу же приехал. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, что, смотрите, он, ребята, он внизу. Что происходит? Но все, уничтожен. Короче, да, ребята, из вооружения нашего Скорпиона это его клешни. Смотрите, очень-очень такие вот острые. И его жало, которое стреляет плазмой. О, грузовик. И, друзья, чтобы эволюционировать, давайте мы сделаем примерно где-то 8 киллов. В принципе, пока я, ребят, здоровался и пока я вам рассказывал про этого Скорпиона, уже мы сделали... Третий делаем, ребят, килл. Уже сделали два, вот третий. Так, хорошо, хорошо. Отлично, можно даже сказать. Да, друзья, Дарк построил гигантского новенького бога Скорпиона, огромного-огромного мутанта. Вы когда его увидите, вы просто офигеете. Пока что вы его только видели на превьюшке этого видосика. И только, ребят, знаете о нем по названию этого видоса. А вот когда его увидите в конце этой серии, просто реально, друзья, офигеете. Там такой огромный монстр-мутант, просто такой, ребят, титан. Короче, ладно, не буду пока что ничего спойлерить, но... Кушаем, кушаем, кушаем. Так, хорошо, ребят, покушали. И, кстати, да, ребят, вы, наверное, заметили то, что у нас много появилось всевозможных больших насекомых. Пауки, шершни, скорпионы, муравьи. И также, ребят, Дарк может еще других построить. Если вы хотите, чтобы мы их друг против друга столкнули, если вы, друзья, хотите противостояние вот этих вот огромных насекомых и членистоногих, да, то есть скорпионов и пауков, давайте на этой серии наберем очень-очень много лайков. Давайте, ребят, 5000 лайков наберем. И тогда будет обязательно вот такие мега-эпичные противостояния, эволюции, в принципе, очень эпичные битвы наших огромных насекомых и членистоногих. Так-так-так-так-так, смотрите, ребят, просто наша плазма этого скорпиона расплавляет любой материал. Так, хорошо, покушали. Ребят, смотрите, автобус какой-то. Ням-н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 ям. Наш Скорпиоша очень проголодался, смотрите. Он прям реально, ребят, голодный. Хочет прям хорошо покушать. Так-так-так, автобус. Иди сюда. Иди ко мне. В мои клешни иди. Смотрите, он, ребят, уезжает на эстакаду. Меня замечает и... Ням! О-хо-хо! Все, друзья. А, смотрите, авария произошла. Что, меня затаранили? Офигеть! Вы это видели? Так-так-так-так-так-так-так. Давай, залазь. Залазь, Скорпиоша, быстрее. Так, получай-ка, получай. Все, ребята, кушаем. Разрываем наш автобус изнутри. Блин, ребят, автобус реально, видите, большой. Так, ладненько. Думаю, мы, ребят, с автобусом уже закончили. Предлагаю вот этот, смотрите, какой-то оранжевый грузовичок или какой-то вездеход покушать, уничтожить. Так, правильно, иди-ка сюда. Так, сначала, ребят, давайте ядом немножко его повредим. И кушаем теперь, кушаем. О, ребят, смотрите, полицейские приехали быстренько, однако. Очень-очень даже быстро. Так... Сейчас, полицейский, подождите. Наш Скорпион, друзья, выходит на охоту на полицейских. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И... Офигеть! Просто, ребята, понимаете, взяли и разорвали полицейскую машину с помощью нашего яда, с помощью нашей плазмы. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давайте, ребят, буквально еще 3 машинки мы уничтожаем. И, в принципе, предлагаю отправляться эволюционировать. Так, плюс один... Уже даже можно не клешнями. О, какой-то, смотрите, микроавтобус. Или даже, смотрите, какой-то небольшой автобус у нас. Давайте быстрее за ним. Так, тихо. А ну-ка, ребят, попаду по нему. Давайте попробуем. Так. Давай. Практически. О, смотрите, ребят, военный какой-то. Броневик приехал. Так, пофиг на тот автобус. Автобус, я думаю, еще, друзья, подождет. Так. Ням-н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 ям. Офигеть! Смотрите, он, ребят, на лифте поехал. Ё-моё, что произошло? Так, ребята, знаете, что мы делаем? Просто берем и разрушаем небоскреб назад. Тихо. Офигеть! Короче, да, друзья, такая просто мега эпичнейшая первая стадия. И давайте мы, ребята, прямо сейчас же эволюционируем. Ну и, ребята, вы только посмотрите нашу вторую стадию эволюции нашего Скорпиона. Он, ребят, постепенно уже превращается в бога Скорпиона, это уже заметно. Огромный, ребята, такой вот Скорпион у нас на второй стадии. О, смотрите, Сват приехал!
Да ладно? О, какой-то, смотрите, еще БТР. Чего так быстро? Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кстати, да, ребят, смотрите, какой у него огромный рот. Просто гигантская пасть с зубами. Будто у какого-то чужого или у какого-то хищника. Так, ням, офигеть. И также теперь наш, друзья, скорпион плюется ядом прям из его пасти. Смотрите. Так, сейчас, подождите-ка, ребят. Разворачиваемся и... Ням, офигеть. Друзья, вот это, конечно, реально просто жесть какая-то. Так. Предлагаю, ребят, уничтожить. Что это? Смотрите. Реально, друзья, смотрите, что-то большое, какой-то автобус. Так, оу, офигеть, вы это видели? Мы его просто расплавили. Так, сватовский броневик. Иди ко мне в ротик, иди ко мне в ротик. Давай. Так, ням. Друзья, это просто жесть. Вы это видели, ребят? Это нереальная просто имба, нереально просто огромный мутант, который разрывает все живое. Так, идем, ребят, полный вперед. Искать наши новые жертвы. Кстати, смотрите, там, походу, ребят, дом упал, взорвался, видимо, который мы повредили. Видимо, ребят, что-то в доме бомбануло. Так, окей, в принципе, ребят, отправляемся дальше на охоту. Моя задача как можно больше машин уничтожить, потому что следующая стадия — это царь уже скорпион. А потом у нас уже будет бог-скорпион. Для этих, ребята, стадий, для царей бога, нужно просто нереальное количество энергии. Просто огромнейшее количество машин нужно захавать. Так, давайте вот эту гоночную попытаемся уничтожить. Так, получай. Есть попадание. В смысле, как она еще, ребят, едет? Все, далеко она не уехала. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, смотрите, ребят, жига какая-то прям ко мне в ротик практически. О-хо-хо, офигеть. Чувак, конечно, вылетел ко мне прямо на всей скорости. Смотрите, он, ребят, убегает. Ням. Давайте, кстати, мы его, ребят, скушаем. Давайте мы сейчас его схаваем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, сейчас ты просто, чувак, умрешь. Полиция, полиция. Полицию давайте мы, ребята, лучше покушаем. Смотрите, уже военные даже приехали. Вы серьезно? Капец, друзья, конечно. Так. Танчик, смотрите, ребят, какой-то приехал. Оу, разрушаем его. Просто, смотрите, ребят, взяли и разорвали. Красиво получилось. О, ребят, смотрите, еще один сватовский броневик. Так, ням, все. Недолго, ребят, он у нас ездил. Недолго. Он показывал то, что вообще существует. Мы его просто взяли и раскрошили. Как по мне, в принципе... Мне уже, ребят, даже особо нечего делать в этом городе. Что делать? Смотрите, этот джип военный. Так, быстро. Оу, вовремя, нет. Я, ребят, отъехал. Оу, я еще жив. Нормально, ребят. Фух, повезло, конечно. Я своими мощными лапами выдержал этот удар небоскреба. А вот, ребята, джипу, конечно же, так не повезло. Хорошо, теперь, ребят, моя очередь разрушать небоскребы, смотрите. Но, вы это видели? Джип, зря там поехал, вот просто зря. Так, давайте, ребят, вот этого еще, смотрите, это полицейский. Какой-то, смотрите, полицейский фургончик. Берем его, ребята, и тоже разрываем. Короче, я думаю, вы, ребята, так уже прекрасно поняли, что это за мега-эпичный скорпион и просто на что он способен. Он, ребят, видите, просто все крушит и ломает. Вот, кстати, смотрите, еще один военный джип приехал. Так, прям давай ко мне в ротик, ням. Короче, друзья, вот такой, да, мега-эпичный, огромный скорпион-мутант. И давайте мы прямо сейчас же превратимся в нашу следующую стадию. Хотя нет, подождите. Меня очень заинтересовал вот этот танчик. Так, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это, точнее, смотрите, ребят, какая-то БМПшечка. Мы просто берем ее, смотрите, и разрываем. Жесть. Офигеть, конечно. Эпичненько, смотрите, ребят, взяли, еще и дом разломали. О, ребят, смотрите, в смысле, а что так много машин-то? Офигеть! Почему так, друзья, много тачек резко в городе появилось? Походу, жители решили эвакуироваться из этого города, просто его покинуть. Но мы, конечно же, не дадим им этого сделать. Так. Давайте, друзья, быстрее за вот этим вот джипом. За джипом. Так. Военный, смотрите, ребят, какой-то еще приехал. Так, джип. Ты никуда не уедешь. Не уедешь. Давай, прям ко мне в ротик. Ням! Окей, ребята, все, последние машины, вот реально, ребята, уже на полном серьезе говорю, последние тачки, потому что мне уже хватит. Хотя, ребят, знаете, для нашего скорпиона, мне кажется, никогда не бывает машин много. Мне кажется, их всегда мало для него. Так, ням, все, разорвали, ребят, и этот какой-то грузовик. Короче, да, друзья, вот такой вот бегает эпичный скорпиоша. Просто видите, что он делает. Он, ребят, разрывает все живое, просто, ребят, все уничтожает. Все, что только находится в этом городе. И мы, ребята, прямо сейчас же отправляемся эволюционировать. Ну и, друзья, смотрите, наша предмаксимальная стадия, да, друзья, это не максимальная еще пока что стадия, только царь, скорпион.
гигантский, смотрите, ребята, жесть, огромный царь-скорпион. Этого, ребята, даже еще не самая большая стадия. Следующая стадия это будет бог-скорпион. Ну вы, друзья, только посмотрите, что уже делает наш царь-скорпион. Офигеть! Вот это, ребята, просто жесть. Ням, разрушать, уничтожать. Так, вот, смотрите, я вижу что-то ездящее внизу. Что-то наподобие какой-то бронемашины. Или вообще, ребят, какой-то гражданский даже, возможно, это транспорт. Хотя нет, вроде он камуфляжный, вроде с пушками. Просто, ребята, эти все машины настолько маленькие, что я даже и не понимаю, что это там за мелочь такая ездит. Слишком все это мелкое. Смотрите, ребята, настолько большие и тяжелые, что у нас нога провалилась. Немножко. А что это, смотрите, ребята, летит. Давайте сейчас уничтожим это. Так. Машинок мы и так уже очень-очень много подбили. А вот, ребята, летающего чего-то мы еще не подбивали. Сегодня в этой серии. Смотрите, мы, ребята, врезались ногами в дом. И дому очень-очень уже плохо. Так. Давай, скорпион. Блин, ребята, слишком какая-то мягкая почва в городе. И наш скорпион немножко, видите, ногами проваливается. Так. Огонь. Смотрите, есть, друзья, попадание. Это какой-то дирижабль. Он падает. Дирижабль, ага. И все. На этом, ребята, приключения дирижабля заканчиваются. Мы его уничтожили. Так, смотрите, какая-то баги. Баги ракетная. Огонь. Давайте. А то он вообще, ребята, офигело по мне стрелять. Офигело. Давай. Баги, получай. Короче, да, друзья, видите, просто жесть, что мы творим. И это, ребята, вы понимаете, только царь стадия. Так, мы, в принципе, уже уничтожили весь практически город. Мне кажется, здесь, друзья, ничего интересного. Так что, ребят, отправляемся прямо сейчас же в сторону небоскребов. И там давайте мы их, ребята, тоже поуничтожаем. О, ребят, смотрите, небоскребы. Сейчас мы хорошо, ребят, покушаем. О, кажется, нас заметили. Ребят, видите, по мне стреляют. Блин, ребят, вы понимаете, мы настолько большие, что у меня лапы проваливаются под пол, бывает, вы понимаете? Так. Поближе давайте, друзья, подойдем. Ребят, смотрите, у него постоянно проваливаются лапы. Даже не знаю, в чем проблема. Так, и... Смотрите, друзья, жесть просто начинается. Так. Разрушаем полностью весь небоскреб. Полностью. Ням. И смотрите, ребят, шагаем. Все дальше. Прям смотрите в него. И на этом все, вы серьезно? Все, конечно же, ребят, погибли. Просто, видите, все. Все, кто там только был в этом небоскребе. Их либо завалило деталями, да, плитами. Либо я их уничтожил своей плазмой. Кстати, конечно же, наш, друзья, царь-скорпион очень-очень красивый. Смотрите на его лицо. Очень красивое, ребята, лицо. Какая-то огромная-огромная дыра. С зубами, с глазами. Жесть, конечно же. Так, ну что, друзья, погнали уничтожать второй небоскреб. Смотрите, там, ребят, выжившие пытаются улететь на каком-то дирижабле. Так, ребята, давайте быстрее, пока он не взлетел. И, начинается. Все, уничтожаем, друзья, небоскреб. Вместе с этим дирижаблем. Блин, смотрите, ребят, дирижабль все-таки взлетел. О, сейчас я всех уничтожу. Уничтожу. На, получай. Все-таки, да, ребят, выжившие из этого небоскреба есть. Многие люди, видимо, успели забраться в этот дирижабль. Но это, в принципе, ненадолго. Это, ребята, ненадолго сейчас будет. Так, держимся. Смотрите, ребят, что это за десант какой-то прям на меня, вы это видели? Что, блин, вообще происходит? Лаги, конечно, друзья, жесткие. Так, дирижабль. Сейчас я тебя тоже уничтожу. Сейчас я тебя уничтожу. Ребят, смотрите, что это за какие-то парашютисты, понимаете, на меня прыгают. Так. Я знаю, ребят, что нужно делать? Быстрей. Так, смотрите, ребят, я знаю, что нужно сделать. Мы берем, вот сюда вот скарабкиваемся. Вот сюда, на вот эту гору. Сейчас. Вот прям вот так вот примерно. И смотрите, просто начинаем обстрел нашего дирижабля. Так. Давай. Есть, смотрите, есть, ребят, попали. Он, конечно же, падает. Есть. В принципе, это было довольно-таки легко. Вообще, ребят, ничего сложного. Вы сами видели. Очень даже это, ребят, было легко. Так. Но! И, конечно же, мы, ребята, просто разорвали. И все, конечно же, погибли. Короче, да, друзья, вот такой вот жесткий, огромный царь-скорпион. И, ребята, это только третья стадия нашей сегодняшней эволюции. И прямо сейчас же мы превращаемся в гигантского бога-скорпиона и уничтожим просто весь мир Лего-Сити. Ну и, друзья, смотрите, наша максимальная стадия – это бог-скорпион. Мы, кстати, смотрите, ребят, переместились в Бриксвилль. Нужно, ребят, и этот город уничтожить. Все-таки от Лего-Сити уже практически ничего не осталось. Все, друзья, полный вперед. Наш гигантский бог-скорпион выходит на охоту. О-о-о! Смотрите, ребят, жесть. Он слишком, вы понимаете, широкий, чтобы проехать
среди этих домов, между, ребят, этими домами, я не могу взять и проехать. Придется сначала все-все разрушить. Все, что в округе от меня слева и справа. Так, отправляемся, ребята, полный вперед. Дальше, дальше, дальше. Уничтожать вот те вот небоскребы. Мне же, в принципе, ничего, ребят, не интересно. Ни машины, ни подписчики вот эти все, которые там ездят. Ни вот это вот все. Это уже все, ребят, мелочь для меня. Слишком я уже, ребят, больших размеров, чтобы убивать каких-то там обычных людей. Бобов, да. Ну, короче, вы поняли, чтобы там какие-то машины уничтожать, даже тем более военную технику. Это, в принципе, все, ребят, мелочь для меня. Капец, смотрите, мы, ребят, настолько большие, что мы взяли и просто проехали над домом. Жестко, конечно. Крайне, друзья, жестко. О, офигеть. Ребята, понимаете, мы просто все, что только можно, берем и разрушаем. Просто смотрите, ребят, целый город взяли и разрушили перед собой. Все дома, которые были, уже видите, ребят, мы их сравняли с землей. Давай, Бог Скорпион, полный вперед, полный вперед. Какой же он все-таки, да, друзья, видите, гигантский, гигантский. Офигеть, офигеть, офигеть. Вот. Ломаем, ломаем, ломаем. Ломаем, друзья, вот этот домик. Так, вот. Сейчас. Все, друзья, уничтожили. Ну и теперь, ребята, пришла очередь небоскребов. Оооо, давайте сейчас мы, ребят, это сначала небоскреб разрушим. Кстати, буквально смотрите, ребят, пару залпов, и уже целый гигантский небоскреб падает. И одновременно давайте мы сейчас, ребят, еще и второй сразу же уничтожим. Какой все-таки, да, ребят, Бог Скорпион мощный. Вы только посмотрите просто, что он делает. Офигеть, офигеть, тихо. Жестко, конечно, мы, ребята, видите, все разрываем. Так, уничтожили мы, ребят, этот небоскреб. Разворачиваемся. Тихо. Мы застряли, понимаете, под обломками. Немножко клешню мою придавило. Мы настолько вообще, в принципе, большие, что мне развернуться реально прям, ребят, сложно. Так. Офигеть. Мы можем вот так вот сделать. И давай. Как же, друзья, лагает, вы понимаете, 10 FPS. Так, ребят, будет намного лучше, побольше FPS как раз будет. И смотрите, кстати, небоскреб уже еле-еле просто держится. И... Но! Вы это, друзья, видели? Мы просто его затаранили. Он падает. Нет, все. Уничтожен. Короче, да, друзья, такая у нас сегодня просто мега эпичнейшая стадия Бога Скорпиона получилась. Смотрите, ребята, какой-то еще один дирижаблик. Так, сейчас, давайте, друзья, полный вперед. Воу, начинаем, ребят, атаковать его. Так. Серьезно? Мои что, ребят, пушки не попадают по нему? Да ладно, он слишком высоко. Смотрите, ребят, берем, подпрыгиваем и атакуем его прям в полете. Есть попадание? Есть, все, повредили мы его. Смотрите, он, друзья, падает. Продолжаем его атаку, продолжаем, все. Короче, да, друзья, вот такой мега эпичнейший Бог Скорпион. Я вам сегодня показал в этой серии, как он меняется в течение его жизни. Показал его жизненный цикл. Мы сегодня, ребят, проэволюционировали с самого-самого маленького Скорпиона, который был чуть больше машинки, до гигантского огромного Бога Скорпиона, который просто разрушил весь Лего Сити и Бриксвиль. Обязательно, да, ребята, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите, друзья, на колокол. Всем пока.